Сначала общую картину надо показать, что заходит. Вот, видишь, находимся в доме. Сейчас я увеличиваю это, не то. Вот где надо было. Вот у нас человек один вышел. Ничего конфиденциального здесь нету. И вот он идет мимо, сейчас заходит. Дальше вот здесь, вот видать. Пошел. Ну и пока человек идет там, вот, пожалуйста, не выходя из дома, стоим здесь. Вот икона у нас, видно, что мы в доме находимся. Удивительное дело, что людям делают. И не знал, надо ли показывать людям, до чего техника довела. Некоторые, может, и не видели. Вот. Видишь как? Вот идет до самых ворот. Это наша ограда тут церковная, видно. Вот сейчас здесь покажется. Вот он, человек подошел к воротам. Там машины идут. Вот. Развязывает все. Ограда. Палочку поставила. Перекрестилась. Вообще, вот по-христиански как. Любо мило посмотреть. Калиточку открыла. Ну и говорят, как в мире говорят, пошла душа в рай. Вот она закрывается, как будто бы все. А вот теперь, сейчас покажется вот в этом месте. Вот. Вот она пошла. А дальше все видать. Мы наблюдаем. Это наш дом. Воробьи вон летают. Напротив вон мусорные ящики. О, Бог помощь. Господи милостивый. Благослови. Вот она что значит. Послушная жена. Послал. И все в порядке. Пошла в город. Я обычно не отпускаю. Ну, то сегодня погода позволяет, очень теплая. Вот она где скрывается. Все, видать, там птицы летают. И... Вот. Пройдет немножко времени, будет возвращаться домой. Так, теперь посмотри. Я сейчас покажу время. Сколько у меня время здесь. Время сейчас 8 часов 41 минута. Сделай. 41 минута. Это утром. Поутру. Вот возвращаться будет как? Запишем, как она возвращается, как заходит. Все это видно. Я увижу, как где-то. Покажи иконы, книги, нашу обстановку. Затаренное пространство. Вот еще, вот я стою, вот боком, считай, прошел. Здесь к иконам, вот. Здесь книги, документы. Стул мой стоит шаткий. Вот я его вчера ремонтировал. Некоторые думают, что крышка совершенно не держится. Вот оно как. Какой стул у меня. Веревочками все это пришито. Прибито. И вот на этом сижу. На шатком своем табурете обстиран. И ум по-прежнему острый. Блудом не источен. Стихотворение. Вот. Это вот наши постели. Здесь я сплю. Ну, здесь видно, как олени скачут. Тут не видно. Волки обложили. Тут приедет Никита. Будет. Вот. О, вон, пожалуйста. Уже видать. Сделай так крупным планом, что именно идет. Пожалуйста. Вот, что-то смотрит на птиц. Смотри как. Кто идет? Да она и идет. Не будем называть паспортные данные, конфиденциально. Это нельзя. Вот человек скрылся. Вот. Сколько здесь экранов можно видеть. Вот подходит. Вот. Теперь сделать побольше. Вот все видно. Все в руках. Как закрывает. Палочку взяла, опять закрыть надо все засовы, потому что открывать будет Володя, когда пойдет. Он вот перекрестилась, все дома, слава Богу. Но дальше это не воды, вот это вот, вон там видно, маленькие видно, теперь я его увеличиваю. Ага, вот теперь на весь экран, видите, как. Одному тут не заснять, я тут все съемки делал, давно уже делаю, но думаю, дай-ка один раз покажу, можно, не можно.
чтобы не привязались ни к чему. То есть я удивляюсь техническому развитию, какое все-таки далеко ушло. Сидим дома, какая погода, я знаю, на улице. Вот она прошла, эта душа. Не говорю, где, кто. Вот, теперь здесь она, вот она появляется. Вот она подошла. Вот теперь видно. Ага, мимо нашей двери. Палочка долой. Вот, вот так. О, все. Теперь опять мы смотрим на все эти, где кого, что и как. То есть дивные дела, Господи. Вот это интернет и все, это 21 век шагнул очень далеко. А я-то кто такой? Помню, как-то мы были на Украине, и там город какой-то, чуть ли не Львов. И там у нас знакомый был священник, мы к нему заехали, отец Адам. Что удивительно, он разведен был, и жена Ева. Вот так, чтобы совместили Адам, это не священство, просто родился так, покрестили Адам. И ему жена попала, Ева, Адам и Ева, но он оказался без Евы. Стал священником, видимо, иеромонах, а потом блаженный Августин. Понравился ему, он имя принял, и Львовский, я не знаю, он архиепископ, но не меньше архиепископа. Очень хороший человек, понравился. Но дальше, видимо, он относится к московскому патриархату. Я ему, кажется, что-то посылал, даже книги, ответа не было. Какая причина, не знаю. Впечатление от встречи с ним было очень хорошее. И вот к чему я про него говорю. К нему пришли, а у него ограда. Мы звонок даем, и вдруг голос слышится. Кто пришел, то есть он не видел, но уже возможность была, как домофон какой или что. Мы говорим, такие-то, такие-то. Бац, открылось. Он там защелка какая-то щелкнула, уже можно было. А нынче-то дальше, видите, как больше видеть. Я вот смотрю, кусты шевелятся, когда я знаю, там ветер. Даже не надо, сейчас можно в интернет зайти. А там, вон машины двигаются, вон видно где. Это означает, там дорога идет, трасса. Трасса. Вот тут можно еще вот эти две заполнить разными, но уже не надо. Игрушка. Игрушка, но она помогает. Вот за этим смотрит, я гляжу, прохожу мимо, тут Роснефть, другие организации. Сидит человек там, и перед ним экран разбитый на это, и он, ну, еще смотрит, а днем. А вот ночью-то, это удивительно. И главное, съемка идет все время. Меня больше что удивляет. Круглосуточно идет съемка. Там, где движение есть. Движения нету. Стоит. Движение появилось какое-то. Даже птица, если близко летит, она сразу включается. Чтобы потом проверять можно было, и видно было, кто это был. И мало того, пишется в нескольких местах, может, даже. Я-то даже не слышал. Это удивительно так. И не только пишется-то, сохраняется какое время. Потом можно заново прокручивать и все это посмотреть. Удивительное дело. Люди, которые знают, за них молимся. И без этого жили и проживем. Но все равно интересно. Вот утром собирается воскресенье. Кто-то идет, там, гляжу, машины заезжают. До того интересно как. Ребятишки играют здесь вот во дворе. Играют в воскресенье. Я включил, увеличил этот. Вот. Эта мышка отдельная. Тут для компьютера вот мышка. А это другая мышка. Вот это вот сейчас я его сделаю. Вот. И вот видно вся наша ограда. Вот качели детские. Видно, они, дети, иногда играют в снежки, и бывает, снежок перелетает через ограду. А он не живет в доме хозяина, но ему это не надо, и он строго выговорил. Вот все это видно. Это лестница моя на чердак, я еду и лезу к голубям. Вот она подпертая, упертая, ну, хрипкая. В прошлом году я отсюда не зверся вниз. Две банки нес, нога поскользнула, все рассыпалось. А это вот у меня загороженный луг. Коты ходят, иногда они там мощатся, чтобы они не подошли. Я загородил. Все отсюда видать. Это вот. Даже, я сейчас не знаю, этот, наверное. Ну да, этот. Там машины. Вон там должны быть видно. Это дом напротив где-то. Можно сделать. Кверху будешь видеть. Летят, нет, самолеты. Ага. Вот здесь, а там видно было. Вот оно где. Вот, пожалуйста. С ведерком сходила, пока я говорил, я не видел. Снегу почерпнула. А, ведерко, Виша, подойди вплотную. Вот, все, подмела. Вот, пожалуйста. Она не знает даже, что наблюдает за ней. Вот так, подперла по всем правилам.
О, идет. Все, дверь открыла. Теперь поворачивайся сюда. Скорее. О. Вот так. Ну, где? В городе была? Довольная? Слава Богу за все. Ну, все тогда. Еще какие просьбы, что-то здесь нет? Я хочу посмотреть. Ну, ладно, потом. Сядь где-то, посиди здесь. Вот посмотри, что у нас записано. Сядь. Крупным планом сделай. Что? Ну вот запоминай это в дверях, чтобы котенка не задавить. У нас котенок. А. Кошки, сегодня погода хорошая. Двух кошек я отправил на чердак. Там пшеница и мыши. Вот так. Благословен Господь. Прости, Господи, если тратим время на это. Ну, время тратим минуту. Вот мне надо, допустим, я переключаю, вот считай, 3 секунды надо, чтобы я перешел в интернет. Все. Я сразу сижу и включаю. Вот. Зашли. Что у нас тут? Ну, вот рыжка поймала мышку там. Или вот мой мир. Переключил. Это вообще сколько? Или здесь я сейчас вот зайду, новую открою страничку нашего видеоканала. Все. Вот она. Вот сегодня я поставил исповедь бывшей послушницы и отзывы. 1 час назад 60 человек. То есть каждую минуту приходит 2 человека. Ну, это вначале, потом тише будут. Но все интересно. А на Златоуста пришло только 8. 8 раз. Нет, больше. Ну да, 8 раз. Вот сейчас вот смотри. Чтобы это увидеть, сколько требуется времени. Считай. Я сейчас переключаю. Одна кнопочка. Раз, два, три. Все. Ну, это нам тут уже не надо увеличить. Надо дальше видеть. Теперь вы зайти в интернет. Раз, два, даже 2 секунды. Вообще удивительно. Удивительно, и какую мудрость дает Господь, люди это знают. И вот это стоит, я узнал, денег немалых стоит. И совершенно бесплатно. Приезжаю домой, уже сделал. Я бы и против, может, был. Ну, раз ничего нету. Уже все сделанное, могу заходить, ключик в руки, бери, просматривай. Туда-сюда. Говори. Говори. Доброе. Аллилуйя. Александре Михайловне плохо было, что-то скорую вызывали даже вроде. Или что-то такое. Помолись о ней. Ну, с Богом, да? Виктор Андреевич, Никита уезжал что-то строить, и что-то связанным, как мне показалось, с ракетным полигоном. Может, я ошибаюсь. И сына туда отправляли. Ну, не добровольно, а направили. Летом еще в лагере были. Мы молились за него, слава Богу. Сейчас будем молиться, чтобы Бог услышал, что он вернулся. Вот, пожалуйста, посмотри. Заходишь, все здесь есть. Вот кто-то ставит заказчику, он ведет замки, я не знаю. Смог ли бы я хотя один ролик поставить. А здесь их стоит у меня не 2, не 3. Вот они все замки вот стоят. Это означает, надо снимать. Ну и так дальше, если еще открыть, еще дальше будет. Вот оно, все. Я ничего не умею и ничего не знаю. А вот попутно, смотрите, если здесь вот нажать, как главное, вот главное. Вот я нажал. Он остается, но в другом формате показывается. И в другом это означает, вот здесь жития святых начитанные. Жития святых. Но я не знаю, сколько, 360, наверное, уже есть. Сейчас человек этот не может, что-то или где-то уехал отсюда. Но он хорошо это делал, добрый человек. Видишь, Lives of the Saints. Жития святых на каждый день. Вот теперь я только здесь нажал, поставлено. Сейчас она вернется в прежний формат. Все, все здесь находятся. Ой, кто-то там стучит, кто там у дверей стоит. Сейчас я посмотрю. Ага, вот моя дверь, вот она. Справа дверь. Вот теперь другая мышка, я подошел на эту систему. Вот моя дверь, сейчас я раз, а вот дверь. А, кто-то уже зашел открыто. А там воробей возле двери прыгает. Он, видишь, крошки роняем, я вчера семечки тут просыпал. Они здесь. Ну и все, больше смотреть-то нечего. Зато раз, раз, два, и уже опять зашли здесь. Господи, обрати Тимофея. Тимофея Мартина. Это изобретатель интернета, телефона и Тимофей Ха, который дал библейский поисковик. Мы ежедневно о них молимся. Мы помним, что они в этом нуждаются. Просто эти люди сделали большое дело, неправильно им пользуются, всякие пакости. Богу нашему слава во веки веков.
открываю.